Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня приступаем к монтажу теплицы фермер 3М. Разгрузили все. Здесь торцы буду собирать, арки, груз 100 на 150 будем. Здесь площадка. Закончили монтаж теплицы фермер 3М, габариты 3 метра в ширину, длину 7 метров. Сварена конструкция с профильной трубой 20 на 20, в торцах дверях 20 на 40, труба оцинкованная, плюс полимерный порошковый окрас, цвет шоколад. Фундамент теплицы брус 100 на 150 пропитанный антисептиком. Все соты на торцах. Вообще поликарбонате защищены перфолентой и торцевым профилем. На торцах стоит уплотнительная резинка. Никаких щелей. С этого торца цельная дверь. Здесь стоит крючок. Дальний торец форточка. Теплица фермер, двойная арка, все сварочные соединения, обвалены по кругу, стоят укосины для большей жесткости конструкции и колышки в землю. Все четко и надежно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы,